Ульяновск, город трудовой доблести, присоединился к акции «Огненные картины войны». На площади у железнодорожного вокзала «Ульяновск-1» ее участники создали изображение, посвященное вкладу ульяновцев и его жителей в Великую Победу. Нарисовать плакат помогали молодые художники из Ульяновского колледжа культуры. Этот плакат символизирует именно подвиг тружеников тыла. Данный плакат изображался на различных заводах, где производили патроны. И здесь мы говорим о том, что город Ульяновск производил каждый третий патрон, и это мы отражаем на рисунке. Начиная с 8 часов вечера, волонтеры, депутаты и просто неравнодушные жители Ульяновска зажгли 8000 свечей по контуру картины. Сегодня объединились и волонтеры, и молодые художники, просто дети, семьи, все ульяновцы, которые помнят о войне, которые понимают, что военно-патриотическая работа, память о тех страшных событиях должна жить. И мы должны делать выводы и делать все, чтобы эта война не повторилась. Место старого вокзала было выбрано не случайно. Именно отсюда ульяновцы отправлялись на фронт. На полях сражений в годы войны воевали 268 тысяч жителей области. Из них погибло, умерло от ран и болезней, пропало без вести более 125 тысяч человек. Сегодня мы находимся здесь, в Ульяновске, площадь старого вокзала. Как раз отсюда уходили наши земляки на фронт и, скажем так, погибали. И вот в честь этого мы сегодня здесь зажгли 8 тысяч свечек, которые символизируют в честь вот этих погибших наших ветеранов. Ульяновский железнодорожный вокзал в годы войны стал огромным эвакуационным пунктом. Сюда приходили эшелоны с ранеными со всех фронтов. На тот момент в регионе работало 26 госпиталей. Кроме того, Ульяновский вокзал, начиная с первых дней войны, принимал эшелоны с эвакуированными предприятиями. Самым крупным из них стал Московский автомобильный завод имени Сталина. Связь поколений, что молодежь все-таки помнит, гордится и выражает таким образом большое спасибо тем воинам, которые отдали жизнь. Спасибо за то, что мы живем, спасибо, что мы есть, спасибо, что они выстояли. Подобные акции прошли и в других городах России. Все инсталляции объединил общий лозунг «Помним». Ирина Антонова, Юрий Конихин, Алексей Шишов, Улправда ТВ.